Мы недостаточно хорошо знаем врагов, Натали. Похоже, у Алисы Зар особый статус в системе, которую Леди Баг организовала, став хранительницей. Теперь пришло время нам изучить ее поближе. Моя любимая принцесса Рапунцель. Она очень творческая. Я тоже рисую, леплю, а еще танцую и громко пою. Ты принцесса на канале Disney. Сегодня. Я принцесса. Я многое должна. Принцесса не хрюкает, не набивает полный рот. Она рано встает и всегда терпелива. Нежна, осторожна, опрятна. И прежде всего, принцесса стремится к совершенству. Но время от времени выдается денек, когда мне не нужно быть принцессой. Ни уроков, ни требований. В этот день может произойти все, что угодно. «Храброе сердце» сегодня в 19:30. Большая анимация на канале Disney. Привет, я Ева, новая ведущая самого классного шоу канала Disney «После школы». В новом сезоне мы собрали для вас все самое топовое. Все самое интересное. Самое полезное. И самое смешное. Не пропусти наши новые выпуски. Встречаемся, как всегда, после школы! После школы. Новый сезон. Каждую пятницу в 16:00 на канале Disney. Принцессы Disney вдохновляют. Наша судьба живет внутри нас. Лучший день жизни! Растопит холод. Любовь. Конечно. Сканируй QR-код или заходи на сайт. Собирай пазлы с цитатами любимых принцесс. Набирай призовые баллы и выигрывай классные призы. Рапунцель, сбрось! Анимация 140 тысяч локонов. Завидная шевелюра. 46 тысяч бумажных фонариков. Фонарики? Я знала, что это не звезды. И более 3000 персонажей. Вот это да! И сейчас я вижу свет. Сделала этот мультфильм не только одним из самых дорогих, и сейчас я, но, пожалуй, вижу свет. И одним из самых красивых в истории Disney. Рапунцель. Запутанная история. В следующую субботу в 19:30. Большая анимация на канале Disney. Готова? Ага. Мы с сестрой похожи на Анну и Эльзу. Сестренка на Анну тоже любит веселиться. А я на Эльзу, потому что старше и деловитее. Ты принцесса на канале Disney.